К сожалению, не всеми курянами можно гордиться. Нерадивые автомобилисты и пешеходы заваливают обочины автомагистрали мусором, несмотря на пустующие контейнеры. Денис Ломакин проехал по трассам области и убедился, что обвинить дорожные службы не в чем. Вдоль областных дорог установлено более 100 площадок с мусорными контейнерами. Для их уборки приобретено 3 специализированных машины. Каждая из них может приезжать к одному и тому же контейнеру по нескольку раз в день. Однако от этого, говорят дорожники, бытовых отходов меньше не станет. Все потому, что установленные мусоросборники некоторые жители региона используют не по назначению. Хотелось бы людям объяснить, что это устанавливается для участников дорожного движения. Например, едет человек в машине, там, съел конфету, какой-то фантик, остановился, это выбросил. А не тот бытовой мусор, который годами копится на дачных участках, в домах, в квартирах. В кучах мусора у обочин можно увидеть самые неожиданные вещи. Деревья, коробки с испортившимися продуктами из соседних магазинов, даже мебель жителей региона не стесняются свозить именно сюда. На этом месте раньше стоял контейнер, выбрасывали в него все, что хотели. Мусоросборник убрали, поставили предупреждение. Но люди не обращают на него внимания. Как результат, несанкционированная свалка на обочине появляется снова. Это же везде. Вон там поставили ящик для уборки, так? А потом его сняли. А сейчас на это место все везут и везут. Вот и едем, ужасно смотреть, как на дороге этот мусор. И вот здесь вот яма как раз так вот заворачиваем, тоже складывает мусор. Машина едет, едет по дороге, рассыпала мусор и поехали. Видите, там написано, свалка была, а потом вывеска, все равно они там ложат на трассе. Вы не выкидываете туда? Да, ну и богу. Никто не выкидывает, а кучи растут. Дачники, местные жители, работники строек и магазинов. Нет условий для сбора и вывоза мусора, есть искушение выкинуть отходы в неположенном месте. Бросил один, бросил второй, уже свалка. Мусор девать его некуда. Вот и приходится сортировать и бросать. Мусор, который можно сжечь, сжигаю. Который, вот это, пленки, увожу домой, выбрасываю. С дачи мы вывозим мусор сами, самостоятельно. Ну а недобросовестные дачники, они, значит, мусорят. Предложения были поставить мусорные ящики, но не поддержал никто. В дальнейшем планируется увеличить количество контейнеров на областных дорогах. Но сколько бы ни было мусоросборников вдоль магистрали, только ответственность и взаимоуважение поможет добиться чистоты в регионе. Денис Ломакин, Алексей Еременко, телеканал «Сеим».